Миша Бончишин! Ох! Дмитрий Шуров выдохнул. Друзья, это впервые, когда Дима первым занял судейское место. Итак, каждой категории по одному участнику. Прямо сейчас я вынужден назвать имя того, кто по решению зрителей набрал наименьшее количество голосов. Иными словами, занял последнее место в голосовании. А значит, без права на апелляцию уходит навсегда из X-фактора. Повторюсь, назову имя того, кто нас покинет. Сегодня X-фактор прощается с участником по имени... Алена Романовская. Ура! Ребята, я сегодня потеряла голос. Реально, я... Ребята, я хочу сказать.